Участниками хулиганских роликов стали пятеро несовершеннолетних. Главной же героиней всех видео является 17-летняя тамбовчанка. На видеороликах четко видно, что группа подростков умышленно провоцировала конфликты с посетителями торгово-развлекательного центра, оскорбляла их, а также наносила удары руками и ногами. В ходе проверки было установлено, что в действиях подростков, наносящих телесные повреждения своим сверстникам, усматривается состав преступления, предусмотренный частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». В рамках расследования проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и участников произошедшего. Следователи также выясняют условия жизни и воспитания подозреваемой, которая ранее не состояла на учете в органах системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. Расследование уголовного дела поставлено на контроль и в прокуратуре Тамбовской области. Сотрудники полиции просят родителей провести со своими детьми профилактические беседы по соблюдению правил поведения в общественных местах.